Привет всем! Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, проспект Академика Филатова, дом 1. Подгузники для взрослых, размер L, цена 705 рублей. Вешалка для одежды. Имеет 5 крючков. Цена 128,50. Одеяло полутораспальное, стеганое, размер 140 на 205, наполнитель экофайбер, ткань поплекс, 479,50. Средство для мытья пола. Дезинфицирует, удаляет аллергены, не оставляет разводы. Объем 1 литр, цена 28,50. Набор гантелей, 2 штуки по 1 килограмму. Наполнитель песок, тяжелые. Цена 189. Игра «Насыпь на клей». Беречь от маленьких детей из-за наличия очень мелких деталей. Рекомендуемый возраст от 5 до 14 лет. Клей в комплекте. Пошаговая инструкция. Цены пока нет, к сожалению, только распаковали. Универсальный древесный наполнитель для гигиены домашних животных. Вес 6 кг. 73,50. Крупа пшеничная «Султан». В упаковке 5 пакетиков по 80 грамм каждый. Варится 20 минут. ₽20,50 цена. Семечки отборные, обжаренные. Упаковка 500 грамм. 62,50. Кофе растворимый, сублимированный. Стеклянная банка, 175 грамм. ₽192. Чай черный Кертис в пакетиках. В упаковке 100 штук. 110 рублей. Печенье сахарное, нарезное. Можно посмотреть состав. Производитель Республика Татарстан. Вес 1 килограмм. 76 рублей. Печенье сахарное, сказочный узор. Состав. Упаковка 990 грамм. 76 рублей. Мармелад жевательный фигурный, тропические змейки. Упаковка 1 килограмм. 173 рубля.
Печенье сахарное. Упаковка 1 килограмм. 119 рублей. Микс конфет Чио Рио ярче Бонфити. Упаковка 1 килограмм. 172 рубля. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока.